Когда же все-таки дадут горячую воду? Это самый актуальный вопрос сейчас у красноярцев. Люди запутались. Накануне в новостях ТВК прошла одна информация. В службе 205 говорят совсем другое. Диспетчеры уверяют, что воду практически во всех районах дадут только 5 июня. Так вот, это не так. Уже завтра вода появится в советском районе части Центрального, а именно в микрорайоне Покровский. Они запитаны от ТЭЦ-3. В тех районах, которые обслуживают ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, горячую воду включат 2 июня. Это Ленинский, Кировский, Свердловский, Железнодорожный, Октябрьский, часть Центрального района. Как нам пояснил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков, эту информацию операторы диспетчерской службы 205 получат только завтра утром, поэтому пока они ссылаются на старые данные. Вот такая процедура. Без официальной бумаги диспетчеры не имеют права предоставлять информацию. Между тем, со вчерашнего дня в 205 позвонили больше 3000 красноярцев.